28 декабря на 32-м километре автотрассы Улан-Удэ, Заиграево, Хижинга, в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП. 24-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Sprinter, по неизвестной причине совершивший наезд на стоящий грузовой автомобиль, не имел права управления автомобилем. Помимо этого, он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе вождение в нетрезвом виде. В результате ДТП водители два пассажира легкового автомобиля, молодые люди 1992 и 1998 года рождения, от полученных травм скончались на месте. 55-летний водитель большегруза Freightliner также не имеет прав управления на автомобиль с прицепом. Берегите себя и своих родных, и не забудьте подписаться.